Джавид Фарзалиев, играющий тренер Реумни Плеханова. Скажите, пожалуйста, чего не хватило сегодня для того, чтобы одержать победу? Везение, просто везение. Чуть-чуть физических кондиций не хватило. Ну, ничего больше. Там индивидуальные ошибки, немножко концентрацию потеряли. А так, момент сегодня надо реализовывать, конечно же. Ну, и все. А так, ничего особенного не было в сегодняшней игре у соперника. Вообще. Какие у вас планы на завтрашнюю игру? На завтрашнюю выйти, выиграть, постараться выиграть, конечно же. Знаем то, что соперник сильный. И у нас как бы тоже потери приличные в составе. Но будем биться в любом случае за победу. И тут вообще никаких вариантов, кроме того, чтобы выйти и играть на победу. Спасибо, удачи.